Запустили ее на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен стазис модуль. Если мы не снимем этот кусок дерьма с рельс, он заблокирует всю систему. Не понял. Что, это глюк, что ли? А, понял, надо включить. Все ясно. Замена поврежденной вагонетки. А что за писк? Что за музыка? Надо ждать. Ну все, ясно, что будет. Там интересно, у нас стазиса много. Айзек, ты справился. Гадская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. Не говори так. Не страшно. Так, что тут? Что за музыка? А, понятно. Кто-то вылез у нас из вентиляции, да? Ну, харе, что так громко-то шумы создаете? Так, а что он там сказал нам делать? Я забыл. Короче, назад возвращаться, это точно. Процедура замены завершена. Молодец, до свидания. А, вот это ты скребешься, да? Ой! Сволочь какая, ну-ка подожди, а где он? Вот гад, смотри, а что он там делает? Он меня напрягает, честно. Подожди, а там нет прохода, да? Как же сложно привыкнуть к такому, я ненавижу такое управление. Медленное. Опять ты, дверь. Стазис-то хоть тут восстанавливается, нет? Так, ты вылез. Это вот эта сволочь, которая только что тут была. Ну, наверху там лазила. Так, ну тут их давить не надо. Не надо. Вот гадость, у них даже ничего не выпало. Так, ладно. Айзек, я обошла охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Если ты со мной тут закроешься, ты так вспотеешь. Чё это? Опа. Ну да, понятно, как их тут расчленили. Вот как раз-таки теперь нам и надо туда идти. Так. Тут у нас сохранение. Ну ладно, давайте. Пойдем дальше. Я, конечно, сохранился бы, но знаю, что многие зрители будут раздражительные. Что, мол, ты отвлекаешься? Айзек, это Кендра. Дверь в хранилище заперта, тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Ну, теперь, наверное, можно сейчас задание выбрать. Нет, тоже нет. Тут еще сейф. На этом этаже нет сейфа, да? Ой. Я слышу... Хриплый. А, вот они гуляют. Работнички. Тоже мне. Ой-ой-ой, блин. Застранец, подкрался незаметно. Ну-ка, если вот так. Фига там отфигачивается конь. А чё с них кто-то не падает-то? Вообще охренели у меня. Так. Ты дохлый, да? Ой, блин. Давай, сволочь. Ты жив, нет? Так, опять. Это как-то они подходят тихо вообще. Вот. Ну, конечно, у меня так получилось, что я сыграл сначала вам в первую, вторую часть игры. И, соответственно, она мне понравилась больше. Там и помещение более... Графика лучше, помещения дичайше контрастные, они просто, они темные, контрастные эти помещения. Соответственно, ну, интересно становится, темно, стрёмно. Улучшенный магазин, улучшенная вообще динамика игры. Вот, ну и все дела. Так. А тут можно походить. Но если тут есть рядом вентиляция, нет, вентиляция.
Тут аптечка маленькая, причем, и тут маленькая. О, уже не влазит. Ну, давай вот так вот. Пущай будет. Да. Так, ну эти ходы тут не зря, наверное. Мы тут сюда все равно пойдем когда-нибудь. Тут закрыто сейчас. И там вот видите. А, подожди, вот это и есть ключ. А, подожди, нет, не ключ. Ключ нам нужен как раз таки. Отсюда пришел некроморф. Ну давайте, погнали уже скорее. Бежим, бежим. А, самое удивительное, то, что во всех страшилках самый жесткий, самый кто свирепый, так это главный герой, который расчленяет всех на своем пути. Oh, yeah. Так. Вот этот мне не нравится. Как заманчиво лежит ключ. Вон там, он вдалеке, я вижу. Или что-то там мигает. Так, с тебя тут что, упало, нет? Ну, конечно, при таком управлении, я не знаю, я решил, хотел бы ни разу не сдохнуть за игру, но не знаю. Так, ладно, надо идти. Да, я знал. Чё такая кашута? Не, ну, игра-то старая, поэтому... Не надо удивляться. Так. Ну, тут о повреждениях каких-то пишут. Так, что там? Кто там упал? Кто-то за нами подглядывал все это время. Откуда у нас вентиляция? Понятно, понятно. Так, ну что? А, мы, кстати говоря, на верхнем этаже просто. Так, ну что, давай. Вниз, да, я правильно угадал? Нам же... Да, других путей нет. Бляха-муха, собака, вообще, я ровный. Побежал прям на меня, так, скотина, вообще. Так, а нам теперь наверх, да? Хотя и лифты вроде такие полупрозрачные. Да, открывай, конечно. Везде б так ключи были разбросаны. А еще во второй части, по-моему, есть эти, я не знаю, здесь, по-моему... А, здесь тоже есть силовые... комнаты. Комната, которая открывается силовыми узлами. Так, подожди, вот. Ни хрена. Так у меня он две штуки, по-моему. Так, ну давай. Начнем качать. Так, что будем качать? Плазменный резак. Объем и ущерб. Вот тут можно обмануть эту схему, чтобы она, кстати, изменить, она такая же почти, чтобы можно было, в общем, вот эти штуки лишние не занимать, обойти как-то можно, не все, конечно, но некоторые. Так. Так. Отлично, Эзик. Теперь тащи эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку компьютера. Это перезапустит систему. Сволочи, они вылазят все время вовремя, я даже не успеваю. Но, в принципе, ой, кто там кашляет? Они эти... Как там? Я слышу, что они говорят. Сволочь, подожди, а как же стазис-то восстановить? Че, нельзя, что ли? А, или... Нельзя. В общем, я слышу, что она говорит... Но все равно, когда они выскакивают, отвлекаешься немного от задания. Так вот. Блин, я так и знал. А вот, вот когда он тут появился? Когда я заходил в эту комнату. Сколько их тут вообще? Так, соответственно. Сам был тихо, так подкрадываются засранцы. Это, наверное, вот в этом фишка. Игры. Раз они так... А, подожди, нам... Куда нам? Вот, подкрадываются так и начинают шуметь резко. Потихоньку идут спокойные такие, смотришь на них, ой, идет некроморф. Он на! И ты в штаны наделал все. Он
На, вот так им будем давать. Вот бешеный-то. Выбежал. Давай посмотрим, что ты тут приготовишь. Так. На устройство диск С, да, хочу. Ты мне сейчас спрашивать будешь? Направо. А, подожди. Чё, нет? Сволочь. Я же знал об этом, нет? Побежал, гад, тень свою. Всё продумано. Чё нам дальше? А, нам включить, наверное, да? Подожди. А, точно, забыл. Он там же. Вот здесь надо врубать. Да, отлично, задание выполнено. Ну и кто красавчик? Кто? Я не слышу. О, вон там станок у них есть. Качнули уже. А. Инициализация транспортной системы. Система инициализирована. Все зависит лишь от меня. Карантин снят. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик. Встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться. Это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? А? А, Так, а я вот тот ящик. Я там был, да? Нет. Или, да, я там проходил уже. Угу. Бегом. Кто-то сзади меня выпал, да? Мне показалось. Ой, а тут не был. Или был? А, тут все затопило, да, я тут был. Мы тут убегали от некроморфов. Наверх? Ну, а, да, я же вниз опускал, все верно. Ну, так... Смотрите, что-то все это трещит, все. Непонятным образом. Сволочь. Ты еще и это сам играться будешь со мной? Это что было сейчас? Ты будешь останавливаться или нет, сволочь? Брать. Ну-ка давай. Бам! Бам! Да, отлично. Отлично, 900 кредитов. Но пока что мы не встречали ни магазин, ни кинезис на руку. А еще мне известно, что здесь тупое управление антигравитацией. Тут полный беспредел. Выживших нет. Попробуем добраться до командного компьютера. Пожелай нам удачи. Пошел ты. Ладно, шутка, конечно. Давай удачи тебе там. Давай, быстрее. Я уверен. Уверен, что хочу перезаписать. Так, тут ящики надо подавить. Че это было? Да это ч... по старинке в натуре. Вот в этих обычно силовые узлы лежали вот здесь, вот я помню. По-моему, во второй части. Что это такое? Еще плюс. Ой, блин! Вот гад. А у этого вообще расчленять нечего. Единая масса какая-то. Да, такой корабль не починишь. Вы что, шутите, что ли? Так. Ну что? Аптечка. Рюкзак полный. Ну, это хорошо.
Вот гад. Я ни хрена не вижу, что происходит. Я готов к бою, сволочи, давай. Повреждения секции главного ангара. Аварийной службы проинформированы. USG Ishimura. USG Ishimura. USG Ishimura. Давай, у вас нет шансов добраться до меня. Я знаю, ты жив. А, вот он. Вот так-то. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь я здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? О, ни хрена тут темно. Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Помещение. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус. Находится... Шрифты палят, все. В медлаборатории. Мертв. Что? Как? Ты думаешь, как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Как не что это? У меня в животе Ой, что-то их там сожрали, по-моему. Так, хорошо. Что надо, кстати, сделать-то? Я забыл. В общем, посылают нас, короче, в задницу, как всегда, да? Ну, мы соглашаемся, нам нечего делать. Или нам есть что делать. Это лифт, а это дверь. Ну, давайте зайдем сначала в дверь. Толчок, да, я так понял? Туалет. И ни хрена нет. Что? Ух ты, ёкарный. Смотрите, какая аптечка здоровая. Конечно, берем. Все. Это нам не влезет, соответственно. О, ящики, я их пропустил.